Всем привет! С вами Жанна. Готовлю баранки жареные. Потребуется вода или молоко, мука, масло, яйца, ванильный сахар, сахар и соль. Вместо ванильного сахара можно использовать лимонную цедру или корицу для вкуса теста. Нагреваю воду, сахар, соль, масло. Масло растаяло, и сразу же засыпаю всю муку и интенсивно мешаю. Так, сняла с огня и немного помешаю, чтобы слегка остыло. Перекладываю в миску для замешивания. И по одному яйцу добавляю. Можно же яйца сразу же взбить, а можно и по одному. Как стала красивая однородная такая кремовая масса, добавляю ванильный сахар. Тесто не должно быть густым или же жидким. Должно быть средним. Тесто перекладываю в кондитерский мешок. Теперь отсаживаю в виде баранок или же в виде любой формы на пергаментную бумагу. За это время разогреваю масло. Масло уже тоже подошло. Как только начинают бараночки подрумяниваться, очень свободно бумага отходит. Подрумянили с обоих сторон, достаю. Румянец очень быстро. Получилось 28 бараночек. И такие мягенькие, воздушные. Разрезаю. Посыпаю сахарной пудрой. Также сахарную пудру можно смешать с корицей. Тесто, конечно, это как эклерное, только заварное, да. Вкус очень хороший, несмотря на то, что они жарились в масле, они отнюдь не жирные. Ну, блюдо, конечно, не на каждый день, но это как национальное испанское блюдо чуросы. Только они в виде лапши через пакет выдавливают, да, отсаживают. Ну, у меня сделаны баранки. И они еще обмакиваются в корице и в сахаре, а не в пудре. В принципе, рецепт простой, несложный, ну и вкусный. Баранки жареные готовы. Приятного аппетита!